Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на земельные участки? Омск встанет в многокилометровых пробках. Можно ли было избежать проблем с трафиком и где теперь искать объездные пути водителям? Как пробежать 21 километр и выжить? Секреты подготовки к полумарафону и правила поведения на дистанции. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.